Всем привет, это Северный Степной Крым. Сегодня 26 августа. Уже 2021 года. 2 часа дня. Парит 32 в тени. У нас тут солнце светит, а он, короче, на юго-востоке гремит туча. Затягивает. Но у нас по прогнозу только облачно, без дождя. Не знаю, но гремит и парит, как на дождь. Пчела подсела, летала так активно с утра. Ну, сейчас я делаю к обеду, конечно. Но лед практически прекратился. Пчела села в улья вся. Возможно, даже будет и дождь. Надо бы дождя, потому что земля у нас уже как порох. Земля как порох, вон тарантулы. Тарантулы на пасеке. Муравьи бегают. И муравьи. Вот такая вот сухая земля. Как порох уже. Все репка вот так. Низенькая совсем. Очень ей надо дождя. В общем, молимся о дождях. Будет дождь, будет и осенний взяток хороший. Не будет дождя, ничего не будет. Поэтому очень нужен дождь. И чем больше, тем лучше. Такая вот туча заходит. Дождевая, только достанет ли она до нас? Ну, по прогнозу не достанет, а там... Кто его знает? Прогнозам верить тоже особо не стоит. Ну, гремони, что ли? На камеру не хочет греметь, а так хорошо гремит. Временами гремит, гремит, аж гроза идет. Вот она такая больше на юго-востоке вот так вот. А как бы больше стороной, блин, мне кажется, идет. Посмотрим. Фу, все. Всем пока, блин, жарко, на солнце не могу, блин, в одних шортах. Шкуру стягивает. На солнце явно за 40. Всем пока.